Кто в детстве не любил сказки? Когда мир вокруг нас еще не совсем материален, так приятно окунуться в волшебную историю, которая, кажется, вот-вот может случиться и с тобой. Потом мы взрослеем, и нас начинает интересовать куда более приземленные вещи. Но там, в глубине подсознания, всегда остается местечко для сказки. По-настоящему взрослой сказки. Всем привет, с вами Террол, и в этом выпуске аркадного обзора я рад представить вам одну из таких сказок. Brothers Tale of Two Sons. По правде, мне не хочется ничего говорить. История двух сыновей – один из тех интерактивных аудиовизуальных образчиков, с которыми надо знакомиться самому. Я использовал такое сложное словосочетание вместо обычного слова «игра» далеко не просто так. Братья, в первую очередь, короткая, но красивая, местами веселая, а все ближе к концу – печальная сказка с неописуемой атмосферой волшебного, но при этом достаточно серьезного приключения. Рейтинг 16+, тому не лишнее подтверждение. И он такой даже не из-за рек, наполненных кровью погибших великанов, а из-за того, что игра на самом деле может повлиять на вас эмоционально. История, созданная шведской компанией Starbreeze в тандеме с кинорежиссером Йозефом Фаресом, самая незамысловатая. Чтобы вылечить отца, нашим героям нужно принести целительный сок древа жизни, растущего в особом месте. Но вот сам этот путь, тут уже все куда сложнее. Начиная с уникального управления, к которому надо еще привыкать, и заканчивая передышками на уютных лавочках, любезно расставленных напротив умопомрачительных панорам. Последнее, насколько мне известно, явная отсылка к источникам вдохновения разработчиков – играм Ico и Shadow of the Colossus. Что касается управления, вся фишка в том, что игроку отданы под контроль сразу оба брата одновременно. На одном геймпаде правая часть, курок для действия плюс стик для ходьбы, отвечает за младшего брата, левая – за старшего. Особенно мощный разрыв шаблона случается, когда старший брат оказывается правее младшего, поэтому не раз случится лицезреть, как один, а то и оба персонажа бегут в стену, хотя казалось бы. Если же вы решитесь проходить братьев на клавиатуре, там все банальней, стрелочки и васт, да пробел с контролом для действия, но при желании можно устроить локальный кооператив. Однако же, вцепившись обеими руками в геймпад, в моментах слаженной работы двух братьев ощущаешь чуть ли не собственное присутствие на экране. Отдельных похвал достоин и сам мир. Каждый кадр Brothers завораживает своей красотой. А главное, что на фоне всегда отчетливо видно места, которые вы втроем преодолели всего 5-10 минут назад. В придачу к этому, здесь сами по себе происходят десятки отдельных дополнительных историй, которые можно и пропустить, но самых умелых искателей приключений ждет награда, как эстетическая, так и в виде достижений. И что также важно, все здесь общаются на каком-то выдуманном языке, но от этого диалоги все равно остаются понятными. Также стоит упоминание четко разделенные роли братьев. Их разница в возрасте ощутима повсеместно. Старший – сильный и серьезный, а младший – ловкий и по-ребячески веселый. Их контрастное восприятие мира отлично вплетается в историю и игровой процесс. И если младший по своим естественным причинам не умеет плавать, а в сцене, например, он начинает тонуть, ты уже сам, скрипя зубами или же подгоняя криками старшего, вливаешься в происходящее и изо всех сил стремишься спасти ситуацию. Да, история двух сыновей полна шероховатостей и условностей. Камера, например, постоянно норовит развернуться в обратную сторону, и хотя ею тут тоже можно управлять, это далеко не всегда удобно делать. Есть еще проблемы с анимацией, когда персонаж непонятно как держится за тот же поручень, и редкие, но меткие баги. И конечно же, порой диву даешься, какими же суперменами стоят два юнца, если им необходимо преодолеть очередное препятствие. Но со всем этим можно смириться, заглушить очаровательным звуковым наполнением и красочными пейзажами, погрузившись в историю, в которой эмоции сменяют одна другую, не успевая надоесть и затухнуть. Поэтому я рекомендую проходить Brothers Tale of Two Sons за один присест, как это сделал лично я.
И будьте внимательны, друзья. Если женщина поднимает огромные валуны и перескакивает 10-метровые пропасти, с ней явно что-то не так.